Равента и Элит Модел Лук представляют финал конкурса красоты Элит Модел Лук Россия 2008. Пышногрудая Памела Андерсон или худая Мила Йовович? Блондинки или брюнетки? Так тоже все-таки больше нравится мужчинам. И что главное, фигура, грудь, губы, глаза – самое идеальное место для того, чтобы узнать об этом. Это финал конкурса «Elite Model Look». Привет дамам, господам, ледям, вот так я говорю, барышням, джентльменам, народным артистам, светским львицам, одним словом, всем тем, кто оказался сегодня в раю еще при жизни. Мы рады вас приветствовать на ежегодном российском финале конкурса Elite Model Look Russia. В течение нескольких месяцев знатоки отсмотрели и оценили 3000 девушек по всей России. Еще больше заявок были присланы онлайн, и в итоге 14 самых красивых россиянок, одна из которых была выбрана методом онлайн-голосования на кастинге Рамблера, оказались сегодня в финале этого замечательного конкурса. Нам предстоит любоваться красотой 14 претенденток на звание самой красивой девушки России. Итак, наши финалистки, встречайте! Ну что же, номер один сегодняшнего финала – Алиса Бачурина, 18 лет, город Москва. И финалистка под номером 2 – Гутина Елена, 16 лет, город Сочи. Номер три – Карина Зыкова, 16 лет, город Кунгур. Номер четыре – Екатерина Браве, 20 лет, город Пермь. На подиуме номер 5. Ксения Селезнева, 16 лет, город Москва. Теперь одна из самых юных финалисток Анна Пейпан, 15 лет, город Ангарск. Ваши аплодисменты номеру 7. Александра Золотавина, 18 лет, Красноярск. И не менее бурные овации отправляются Анне Насотовой, 19 лет, город Санкт-Петербург. Номер 9 сегодняшнего финала – Татьяна Сулимова, 20 лет, город Ревда. И номер 10 в сегодняшнем конкурсе – Екатерина Багрова, 15 лет, город Нижний Новгород. Под номером 11 на подиум выходит 19-летняя жительница города Красноярск Мария Волкова. Аплодисменты. На подиум выходит номер 12 Екатерина Обрубова, 17 лет, девушка из города Екатеринбург. Номер 13 Татьяна Гутова, 17 лет, город Томск.
И номер 14. Анна Кривошеева, 19 лет, город Казань. Последняя в списке, но не последняя по значению. Оценивайте и аплодируйте наши финалистки. Из 3000 девушек их осталось всего 14. Они достойны ваших аплодисментов. Большое спасибо нашим девушкам. Под аплодисменты они удаляются, готовятся к следующему дефиле. Ура! Ура! Дамы и господа, как мы и обещали, мужской дуэт, который не против стать разнополым трио. Группа «Плазма». Ваши аплодисменты. My flowers fade, my song feels silent in the shade. I'm numb, I'm standing still in fear. All that I live for disappears. The air I breathe is getting close. I'm taking feeling so exposed. I come to kneel here in the dirt to everyone I've ever hurt. Life will be wild if you would only hold my. Flame from being put out by the rain. That was my poor and last attempt, the darkest dream I ever dreamt. My soul is black, my rain is blood, mixed in the morning cold blood. It's true you want no heaven well if you have never been in hell. Life would be wild if it would only hold my head. Спасибо. Спасибо.